Добро пожаловать в царство Сальвадора Дали. Здесь не суют нос в чужие дела. Будьте осторожны, и проблем не будет. Красотка! Отец Лолы. У него ресторан на пляже. Эль Сюриаль? Они повара. Смогут работать у твоего отца в Эль Сюриаль. Он эгоист, импульсивный, все время кричит и не слушает. Для тебя важно, чтобы Дали посетил твой ресторан? Сеньор Дали! Бонжур! Для меня это очень важно. В Эль Сюриаль проблемы решают очень быстро. Теперь ты новый шеф-повар Эль Сюриаль. Умеешь делать фламбе? Да. Нет. Ты научишься. В море нет порядка, но есть красота и вкус. Молодой шеф-повар, освоивший секреты французской кухни, начинает тихую революцию. Это приглашение Дали в наш ресторан. Лола, ты мне нравишься. Зачем тут столько манекенов? Они ждут Дали. В ожидании Дали.